Всем привет, с вами Шлёпот Резри 9, наконец-то Галактика Героев, наконец-то. Да, жестко я прорапался до того момента, пока меня не было. По логике вещей сейчас день какой-то там, я не знаю. Вообще. Кто помнит, напишите. Так, у меня сейчас будет вариант, либо идти, нет, просто это... Хотя можно и пойти со своим. Кстати, как вам тьма? Я ее изменил. У меня уже 4 собранных перста, но йоду я это зафармил с Палпатином. Сейчас я буду Падме, наверное, собирать. Ну, буду стараться, если у меня еще какой-то сепаратист будет. Просто... Ну ладно, давайте сыграем, что тут. Ну. Давно у меня видосов, давно не... Короче, видосов у меня давно не было. Так, окей. Да он издевается, окей, хорошо. Издевайся дальше. Я еду, кстати, на 8-й тир вчера прокачал. Вот, короче, вот. Великий магистр Йода, 63-й уровень. Я ему такой уровень дал, чтобы ему поскорее тиров понадавать. Чтобы ему быстрее тир дать новый. А, сегодня он провокацию снял. Ну, чуть ли не реально играть сейчас. В эти события всякие. Мы за один день, где-то за ночь, по-моему. Да, мы вчера, по-моему, начали героический триумвират. И сегодня я уже захожу просто... И там, достигнутая максимальная награда, у нас все просто 150 миллионов мощи выдал. Хотя мы вот эти, мы не смогли ничего сделать. То, что, ну вот это против Нихилуса, против его еще тьмы, и там плюс у меня еще дженезийский шпион, который бесполезен довольно. Ладно, не суть. Ладно, ренку я прошел. Ну, я поднялся впервые за 100 лет. Так, мне остается вот это только. Ладно, давайте на аренке флота. А можно полегче соперника, пожалуйста? Пожалуйста. Пожалуйста. Полегче кого-то. О, ну, нормально. Мне кажется, моя тьма сможет затащить. Я, конечно, в этом не особо уверен, но я так считаю, что моя тьма затащит. Так, ладно, давайте. У меня 2 жучка. Так. Ну, вот это самый жесткий плей ХП. Остальные, мне кажется, я их легко снесу. Сейчас главное вот этого призрака, вот этого, то они самые бесячие, по моему мнению. Да как? Ну все, у меня минус. Ну и все. Прощай, шпион. Мы с тобой мало свиделись. А, они еще тревогу вызвали. Вообще хорошо. Спасибо за этот, за идею. Нафиг. Нафиг. Минус. Все, остается только этот. Да, ну я впервые пройду аренку опять. И все, прощай, ей шпион. Ты у меня прослужил недолго. Я уж хотел на ульт нажимать. Но, 10к. На нафиг. Ладно, он уклонился, крысёныш. У меня вот еще 2 хода, у меня будет ульта. Мне кажется, я его и без ульты заберу. Не понял. Еще один ход. Да мне до ульты дожить надо. А я без ульты доживу, как-то вынес. Каким-то образом. Что? Акбар 80. Ладно, остается прочекать вот
это место. Так. Да, мы это уже, конечно, прокачаем. Тут я бабу покупаю теперь. Здесь мы это к кому-то вернемся. Здесь я вот эту дочку собираю. Ну, не собираю просто. Здесь я ничего не хочу покупать. Тут Вейдер выпал уже снова. Здесь я не знаю, что делать. В магазине сколько? Да тут просто ничего не покупаю. Так, я про гильдийский забыл. Да. Сори. Полковник Старк купил. Так, миллион мы не покупаем отныне. Так, все, мы покупаем себя, брат. Но уже сегодня откроется, по-моему. Не понял. Надо же 3 вещи в поставках купить. Гуд, здесь деталье купим. Это мне не нужно, а вот это мне обязательно надо. Вот это мне надо для соки, да. Ладно, шучу, я думаю, что для кого-то другого мне это надо. Все. Отстаньте от меня. Сколько? Мало. О, господи. Ладно, чё, куда кристаллы сольём? Можно в контину и контину слить на вот этого молодого чебурека. Либо вот на этого. Хотя 69... следующим уровнем я могу вообще на 6-й стол уйти. И наконец я буду фармить графа Дуб. Просто замечательно. Можно вот этого мужика зафармить. Раз. Два. Погнали. 14. Да ну. Да! Что? Нет! Я не верю. Да ну. Да. Да, я смогу походу Падме. Да. Да, сепаратист. Наконец-то. Все. Ура! Господи. Я его просто открыл, чтобы что-то там с Падме сделать. Так, просто я тебя сразу, брат, прокачиваю до... Как минимум. Вот до сюда. Да, конечно, ты не такой уж и самый сильный. Но мне без разницы, брат. Брат. Давайте опилки прокачаю. Я сейчас могу, походу, Падме осколочки первые получать, начинать. Да. 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 И да. Все, погнали. Сегодня знаменательный день. Так, ну, кстати, мне еще это выпало ща. Куча вот такой вот. Так что мы тут по стариночке покупаем Бобу. Ну чё, Падме? Чё ты? Чё ты, да? Борзый, что ли, да? Давай. Давай, раз на раз. Давай, давай. А, я ж забыл, господи, не-не-не. Сейчас... Нет, не тебя. Ща, где он? Во. Привет, пупсик. Давай, все, становись гига-сильным. Все, брат. Ну чё, давай. Раз на раз выйдем, давай. Чё, я уже готов к тебе. Чё, давай. Все, я готов. Да, да. 50 осколков я изи заработаю, там я посмотрел что-то на профессиональном аккаунте, я что-то посмотрел. Там, да, чтоб 75 забрать, там надо вообще гига-чадом быть. Но нафиг. Ну все. Ну просто, ну это изи просто. Вот это. Да, Падме. Сюда. Все, мы начнем Падме открывать. Наконец-то. Так, ну на это он уже не годится. Бедный. Хотя. Ладно, давайте. Еще раз. Мы наконец-то можем Падме открывать. А я так рад. Потому что для полной пачки джедаев мне просто Падме не хватает. Ну и генерал Кеноби. Вот этого. И вот этих вот. Давайте сначала этого
А, надо шпагами убить. По закону-то. Ой, не пом, на. Ну, две звезды. Пофиг. Вот этих они точно не убьют, но вот этот, ну, точно ничего не сделает мне. На! 50 осколков Падме. 50 осколков Падме. Еще 95. Круто. Следующее даже могу не проходить, потому что это невозможно. Ура, наконец-то я буду фармить Падме. Кстати, вот если даже вот, чтобы открыть Падме, они вот прям нужны. И здесь, и здесь. Все, наконец-то. Еще и 100 кристаллов. Кстати, я бы на сортировку бы надавать. Все. Все. Ой, сори. Я тебе пришла. Так, ну тут генерал Кеноби собирается. И где оно? Вот оно, Падме. Так, давайте сейчас отряды зайдем. Так, привет. Брат. Давно не видел, как тебе вот это найти тебе. Купить можно. Мы по дедовскому способу сделаем. Давай выпади. Говно. Да, докуп вот такой вот делаем. Мега жесткий. Да, выпала. Найс. И остается последнее. Вот. Вот это, вот где оно? Вот, вот, ну, вот. Ой-ой-ой. Заманчиво. Так, завтра мы закрываем рейд. Я сегодня хотел. Ладно, я трачу всю энку на вот это. 12. Еще давай. 14. Хорошо. Блин, а тут сейчас вопрос, покупать или нет? Хотя нет. Хотя до 9-го тира я, мне кажется, его пока что прокачивать не хочу. Он так довольно жесткий. Когда уже этот... Через час обновления я еще раз его куплю. Да. Да все, мы уже рейд закрыли. Да хаппи. Жесткий причем. Не, вот, докажу. Вот, триумвират ситхов героически достигнут до максимальной награды из ящика. 8-ка! Это просто очень много. Я, наверное, буду... Я не знаю. Не, я что-то Хана Соло не больно хочу... фармить. Так, ну тут я, наверное, буду покупать этого Лею вот эту Аргану и, наверное, Йоду Отшельника. Не знаю почему, просто хочу. Что мне делать с 10 осколками Трей? Ну, она бесполезна. Вот, смотрите, список лидеров. Вот. Завизуа, у него просто... Даже я ничего не сделал. У него просто все... Сколько у него персов? Раз, два, три, четыре. У него пять легенд. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать.
Сейчас, дальше. Офигеть. У него просто 111 чулов в реликах. Вот почему он такой жесткий. И он почему-то именно зашел в нашу гильду. Вот просто, сейчас, вот просто только посмотрите на мощь. Вот просто на верховного лидера Кайло Рена. Вот, верховный лидер Кайло Рен. Просто 51 тысяча мощи. Максимальный релик. Все по максимуму. Дзеты стоят. Максимум ульта вот это. Ну, хоть модули не самые и хорошие, но типа не золото-золото, а тут золото-синее, золото-зеленое. Но просто он такой сильный, я не могу. Блин. Если бы он у меня был в этом, в как его? Блин, император личных ситхов, господи. Вот, вот легенды, которые я хочу, есть вот две легенды, которые я хочу. Не, вот из, вот из этих всех персов есть только несколько, которых я хочу. Это мастер-джедай Кеноби, генерал Скайуокер я очень хочу, рыцарь-джедай Люк, генерал Гривус. Ну вот это у меня и так скоро будет. Дарт Риван прикольный тоже. Что тут у нас еще? Люк, Скайуокер, обычный Риван. Так. Ну, весь 501, конечно же. Ну, чтобы просто пачечка была. Вампа. Так, что у него по самолетикам? Не, ух, нифига себе. У него все самолетики собраны почти. Ну, кроме вот этого и вот этого, ну и вот этого. Датакроны. Что это такое? Ну, я не знаю, что это на аккаунте большом что-то там поделано. Это не мой аккаунт, это там знакомого, можно сказать. Не мой аккаунт так-то. Нифига себе. Героический. Так, вот это что? Не, он слабее, мне кажется. Типа у него вообще, я посмотрю, его склад, конечно. Ну... У него, мне кажется, меньше чулов в релике. По самолетикам. По самолетикам. По самолетикам он наоборот его лучше у него, потому что почти все собраны. Так, ну. Не, ну я вообще в шоке. И вот сейчас оцените мой вклад. Просто какой сейчас? Мне кажется, ну, по моему мнению, нормально. По моему мнению, нормальный. Типа. Вот отряды. Стандартный. Джедаи, первый порядок, штурмовички. Жучья. И вот эти мужики. 501 я решил. Просто по приколу, если честно. Вот этих мужиков. Падмы. И что-то я по приколу создал такой вот. Вот эта вся их тима. Но минус в том, что... У всех легко получить. Вот кроме его. Вот. Господи, шестеренька. Здесь нужен R2D2. Тут труднодоступных персонажей, в принципе, нет. Вот, вот кто мне. Вот самый труднодоступный для меня это R2D2. Просто для него нужны вот эти вот мужики. Вот. Типа. Для него нужно вот ситхи собрать. Какую-то сильную пачку ситхов. В принципе, вот, чтобы его собрать, мне не надо вот прям много тоже доступных. Я что-то узнал, то, что вот 330 это типа максимум персонаж. И типа думал сначала, то, что 6 звезд. Че? Кровосток путешественника, господи. Ну тут я до конца, ну, открыл. А я не могу, тут тоже. Тут я попытался. Так, ну я бы, конечно же, хотел. Ща, сори. Ребята, извините. Я бы, конечно, хотел себе генералские рокеры. Типа, блин. Тут вот этих собирать надо. Тут вообще вот эту тиму надо. Тут просто битвы нету.
Здесь вот тут сепаратистов надо вообще собирать. Причем вот этот, он открывается, я сейчас скажу где. 5Б сложный флот. 5Б сложный флот. Я сам, конечно, только первый стол прошел, как не убью. Вот сейчас. Ладно, ребята, вот такой видосик у нас получился. Всем пока. Получается.